Нурсултан Назарбаев поздравил Сооронбая Жээнбекова с избранием на пост президента Кыргызской республики. В телеграмме глава государства пожелал ему успехов на ответственном посту, а всему братскому кыргызскому народу мирного неба и благополучия. Президент выразил уверенность в том, что под новым руководством Кыргызстан достигнет успехов и будет укреплять отношения с Казахстаном. Я процитирую. «Я верю, что основанные на взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Казахстаном и Кыргызстаном будут развиваться и дальше во благо наших стран». Конец цитаты.